В одном кабинете мужчины оказались не случайно. С разницей в несколько часов они забрали электросамокаты из проката и возвращать их не собирались. Я взял этот самокат и поехал кататься, в общем. Думал, может, там деньги есть, падать на самокат, внутри этого самоката. Но денег не было внутри этого самоката. Ну, родители вспоминали маму, папу, когда ехал на этом самокате просто. Куда ехал? Заводской район. Ты там живешь? Ну, я там не живу вообще. Просто там знакомые есть, просто как. Заявлением о пропаже одного из самокатов в отдел полиции обратился представитель фирмы, который пояснил, что неизвестный похитил имущество стоимостью 43 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома 38 по улице Соборной города Саратова был задержан ранее судимый гражданин 95-го года рождения. Данный гражданин пояснил, что электросамокат он похитил в целях личного использования. Следом за молодым человеком в отдел доставили и 49-летнего мужчину. Его добычей стал электросамокат за 14,5 тысяч рублей. Взял самокат, угнал. Кататься, а потом продать. Подозреваемые дали признательные показания. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. С начала апреля на территории Саратова зарегистрировано 4 факта хищения электросамокатов. Все преступления раскрыты, расследование уголовных дел продолжается. Управление МВД России по городу Саратову напоминает о максимальной ответственности за совершение данного вида противоправных деяний. Это 2 года лишения свободы. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.